Yeah! Что? Что? Это серьезно сейчас? Или это какой-то розыгрыш? I'm sorry. I'm shit. I look really stripped back. What is this? Да. Боже мой, что это? Что это за Шафутинский? Боже мой, что это такое? Слушайте, это серьезно сейчас? Заявка от Беларуси до Евровидения? Я научу тебе плясать. Ой, у меня слезы вышли. Это позор. Это позор. Кто это вообще? Стилистов срочно им подобрать. Это старомодно. Это песня с 90-х. Этот ковер, это жлобство. Ходить по струночке – это обращение Лукашенко к белорусскому народу? Это стёб? Я научу тебя плясать под дудочку. Сдец, конечно. Это, наверное, самый любимый певец Лукашенко. Мене аж закашлялся, я боже, хай бог милый, сори. Флексит! Да какой там флексит, пожалуйста! Да, мне кажется, их семья просто сидит там вот так вот. Пистолет в голове приставили. Просто, блин, белорусы, мои друзья белорусы. Братья. Нет, у меня есть друзья белорусы, да. Ну, нет, у меня родственники там тоже, понимаете? И они в шоке. Я тебе скажу, что даже они в шоке. Просто, блин. Я просто знаю, сколько у меня много есть друзей и знакомых с Беларуси, которые ходили на эти все митинги, которых увозили в автозаках, и которые также еврофаны. И сейчас они имеют такого представителя с такой песней, полнейший плевок в души всему народу. Не знаю, мне больно. Как можно опозорить так всю страну, таким колхозом в 2021 году вы отправили какую-то группу с гаража, которую снимают на фоне ковра. Вот что можно поставить за такое дерьмо откровенное? 0 из 10. Белорусы, мне очень жаль. Мне очень жаль. Мне прям... Я вот сейчас говорю честное слово, у меня мурашки по коже бегут от этой несправедливости, от этой неадекватности. Как вообще можно так пренебрегать народом, своим же народом, который так пострадал